И вот опять он спать, да? Мы сохраняемся. Это хорошо. У нас тут какие-то преломления реальности, я вам скажу. Что-то у нас мир пучит. Я не понимаю, что там, конечно. Там что-то есть. Мы можем воспользоваться прыгучестью нашего друга. Я думаю, что даже вот туда. Нет. Попробуем еще. Ну или... Ой. А что это такое? Почему оно в воздухе? Так, мы приподнимаем реальность. Можно даже вот так вот аккуратненько. Аккуратненько трогаем реальность. Можно даже сюда спуститься. О, здесь игрушка. Хорошо. Здесь какие-то подъемы не предусматриваются. Что-то боюсь туда прыгать, но, видимо, надо. Я вижу шестеренки, значит, надо. Оу-оу-оу. Ну что ты? И что? И что? Это что, я угадала? Хорошо. Надо следить за ключами, который первый засветился. Вот этот засветился. Давай, взлетай. И он опять-таки первый. Все, мы это сделали? Головоломочки! Совсем маленькие, знаете, головоломусечки. Такие совсем малюсенькие головоломочки. Ой, у нас появилась лестница. То есть мы решили простую головоломку. У нас появилась лестница. Но вот этот ключ, висящий в воздухе, это очень интересно. Давайте попробуем на него прыгнуть. Ну не зря же мы его тут реальность вспахивали. Ага, я слишком ее изогнула, нет, да? Ключик. Ключик, ключик. Так, что у нас здесь? А здесь ничего, видите, здесь мы не сломали реальность, просто так шкурочку приподняли. Ужас какой. Так. Нам надо как-то сюда его заманить или что? Давайте дернем за ключик. Давай. Надо ли нам как-то папу с собой брать? Не знаю. А он за нами сам побежал. Смотрите. Ну мы же шкуру, вот асфальт, вот шкурочка реальности, асфальт. Приподняли чуть-чуть. Ёшкин кот, как страшно. О, уже нашел вкусняхи. Уже нашел вкусняхи. Что нам надо сделать? Как-то в глазах плывет здесь. Ой, 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 ой. А что делать-то? Эй! Эй! Мне надо, чтобы он уснул или что? Мне надо убрать фрукты от него. Убрать фрукты. Давайте бросим сейчас фрукт туда. Нет, бросить я хотела. Сейчас он приедет. Ой! Толстый? Ты чё, офигел? Что ли? Вы это видели?
Ой, я слишком далеко выбросила. Но оно все равно возрождается. Я могу в коробочку положить? Нет. Так, мне походу надо прыгнуть на одну из этих штук. Я что-то боюсь. Как-то. Чуть не промазала. Шестереночка. Мне кажется, что когда я сюда прыгнула, оно приостановилось. У нас появился рычаг. У нас есть подъем наверх. Наверх куда-то в неизвестность. Но есть рычаг. Ой, это, кажется, рычаг выпускает лягух. Я не хочу лягух пока что выпускать. Я хочу здесь спрятать фрукты. Он туда не зайдет. Ему туда нельзя. Мой. Я первей. Что толстый? Эй, толстый. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот так вот. Так, давайте прыгаем на следующий домик. Я не знаю, возможно так и надо. А возможно нет. Но я не в курсе. Возможно, надо было домик как-то остановить поближе к этим кубикам, видите? Может, таки да. Блин. Я могу еще раз шестеренку потрогать? Не могу, шестеренка исчезла. Карамба! О! А вот это поворот. А вот это поворот. Хорошо. Хорошо. А! Я опять здесь. Вся мокрая. Я не поняла. Есть. И что? Что? Что дальше? Как-то сложно. Вам не кажется? Возможно, отсюда надо прыгать на следующий домик. Я просто. Да. Ну как еще его поймать? Я пытаюсь заглянуть за монитор. Есть. Когда я прыгнула, он автоматически остановился. Видимо, надо прыгать в определенном каком-то месте. Так. Мы собрали больше. Это что-то нам даст. Я прям уверена, это что-то нам должно дать. А что-то пошло не так. Я где-то не там остановила. Нельзя так. Хорошо. Попробуем остановить следующее. Только что уехала. В эту сторону надо смотреть. Практически. То ли мы поднимаемся, то ли это опускается. Наверху второго острова есть замочная скважина для ключика. Вот у нас теперь есть еще и потянуть что. Давайте потянем. Может, оно как-то выровняет эти все штуки? Поворот. Хорошо. Возвращаемся сюда. Хорошо, я поняла. Эту штуку можно двигать.
Как туда залезть? Да, это скважина для ключика. Но как ее использовать? Залезла. А там ключик. Окей, ключик там. Хорошо. И пропрыгать можно вот по этим кубикам. Но как до этих кубиков добраться? Эта штука, скорее всего... А, она двигает... Может, как-то к кубику она мне поможет добраться. О, я думала, она будет лягушек выпускать, честно говоря. Опустись. Вот. Отлично. Я напряглась, как электричество, я вам честно скажу. Я думаю, что сначала надо ключик поставить на место, а потом заканчивать линию. Есть. Хорошо, теперь вернуться бы обратно. А, в принципе, я могу вот так вот сделать, да? Не, ничего не будет. Я могу еще чуть-чуть подвигать. Нет. Ага, могу. Проехала я этот момент. И я теперь могу эту ячейку двигать. Так. Так, может их по чуть-чуть двигать, чтобы все туда приехали? Вот, совсем по чуть-чуть, вот так вот. Сейчас мы их всех передвинем. Не, не туда, в эту сторону. А почему ты застреваешь-то? Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Я не хотела трубы соединять. Мне это чуть-чуть далековато. Мне надо, чтобы еще была связь с этими. Так, хорошо, что у нас тут забор есть. Ты можешь пройти? Можешь пройти. Не туда. О, эту мы уже поставили правильно. А как добраться обратно? Может мне просто упасть? Она же осталась там стоять? Осталась. А вот чтобы не встречаться с монстром, я сделаю вот так вот. Вот. Теперь мне надо подвинуть вторую. Для этого надо подвигать первую. Нет. Нет.
Нет, обратно, сюда. Есть. Может, даже падать не придется. Вот. А где мне взять... Где мне взять синий фрукт, чтобы его успокоить? Может, там есть синий фрукт? Ой, там еще больше лягух. А где синий фрукт? Давай. Помоги мне. О-оу. О-оу. Может, это не то, что надо было? Отойди в сторону. Ну-ну. Ну как? Он сломал нашу игрушку. Нету больше Лулы. Это похоже на площадь, где мы начинали? Это очень похоже на площадь, где мы начинали. И что? Здесь как-то все ярче стало, или мне кажется? А куда я иду? Вопрос даже никуда. А зачем? Ну вот, я появилась здесь. Он убил мою игрушку. Что мне надо сделать? Я ж не буду ему мстить. Или буду? Ну, как бы все так же. Может, теперь я смогу собрать игрушки? Как это не будешь? Ну, он все-таки отец. Может, теперь мы сможем собирать игрушки? Как думаете? И чем мне теперь папу заманивать? Я не вижу здесь вкусняшек. Нигде. У меня реально здесь ярче стало. Ой, там что-то другое. Но мы должны принести Лулу в храм. Это наша единственная надежда. В какой храм? Храм чего? Кого? А этой штуки больше здесь нет. Но папу же здесь нет. Как я его так далеко проведу? Что ты хочешь от меня, девчонка? Зачем ты так со мной? Нам надо, чтобы монстр попал в храм тоже. Он где-то здесь рядом. Найди его. Вот там есть этот похмелин. Похмелин, трубы для игрушек. А, вот здесь есть лесенка. И что? А, Лулы теперь нет. Некому помогать мне прыгать. Угу.
Что-то это похоже на футбол. Вам не кажется? Что-то жарко так. Такс. Еще один. Что я могу с этим делать? Интересно. Интересно. Еще лучше. А, не-не-не-не. Лягухи там, лягухи там. Спокуха. Спокуха, лягухи там. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Не-не-не-не-не-не-не. Так, ты по лестницам не умеешь лазить. Так, нам надо выключить вот лягух. Пошли выключать лягух. Все? Все хорошо? Ты успокоился? Смотри, вкусняхи. Так, теперь вопрос, что дальше? Здесь у нас лесенка. По лесенке он не полезет. То есть нам надо его как-то... Как-то... Что нам надо с ним сделать? Ой, здесь какие-то врата. Вы видите это? Так, труба с лягухами исчезла. У нас здесь есть врата, и непонятно, как их открыть. Может, какой-то комбинацией вот этих штук? И что? Я не знаю, как ворота открывать. Но здесь зато игрушка есть, все, я поняла. Ой, он тоже исчезает. Так, вот это прикол. Но он там уже злой. Замани зверюгу в двери и закрой. Ау. Вот здесь надо успокоить его. Так, выключить лягух. Что, думаете, когда он злой, что он сломает стенку? Линия к воротам от трубы идет. Вот. Есть вот это. Что-то туда сказануть, что ли, или что? Или бросить лягуху? А, надо бросить туда лягуху. Так, я попытаюсь. Эй! Он меня опять поймал. Он съел всех лягух? А давайте его выключим. Мы могли его как-то выключить вообще. Я знаю, как это сделать. Иди ешь. Давайте сейчас вот это. Включим это поле. Так. Он сейчас поест.
По-моему, фруктов здесь не трусим. Так. Давай, выключай. Вместе с ним. Супер. Избавились от папы. Лягушка. Свесив брюшко. Пошли. Эй! Бросить. Надо еще одну. Эй! Нет. Вот туда. И еще одну? Мало? А сколько тебе надо? Нет, 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 нет. Не надо папу призывать. Не надо будить папу. Там еще одна труба есть. А, думаете, это что, снаружи? А как я туда лягуху перенесу? Я ж не перенесу туда лягуху. А где мне тут взять лягух? Я могу только вот фруктиком покормить. Ничего, оно не кушает тут. И пройти я не могу. Это интересная теория, что надо как бы лягуху туда тоже. Но как? Я пока что не понимаю. Она не бросается так высоко, она бросается только вперед. Она вверх не бросается. Здесь полоска исчезла, ребят. Эту трубу уже кормить не надо. Мне нужна вот эта полоска. Вот. Мне надо, чтобы папа был здесь. Значит, надо убрать лягух. Та полосочка исчезла уже. Лягушечек надо убрать. Давай, 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 давай. Нет, 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 иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я знаю, как вас убирать. Об стенку. Это как экспресс-уборка от флешки. Об стенку. Лягуха об стенку. Супер. Сейчас снесем фрукты туда, на ту площадку, и тогда призовем папочку. Сейчас мы тут приберемся немножечко и папочку призовем. Он в том-то и дело, что он умеет бросать в одной плоскости. Он, чтобы забросить что-то наверх, у него как-то не хватает силы. Вторая труба есть, да, и вторая труба, скорее всего, тоже нуждается в лягушатинке. Но как-то потом. Здесь полосочка нас ведет вот именно к папе. Вот давайте положим фруктик. Призовем папу. Возьмем фруктик и поведем папу. Пошли, пошли. Там две трубы, да. Так. Вот, проход открыт. Сейчас мы его за собой поведем. Пошли, дружище. Я только не понимаю, куда его привести надо. Скорее всего, куда-то сюда. Лягухи. Я слышала где-то ква. Я слышала ква. Вы слышали ква?
Вот ква. Он сейчас за нами погонится или нет? Если я несу лягуху. И что? Что это? Быстрое перемещение у нас есть. Хорошо. Это чтобы лягуху не проносить мимо папы. Все, я поняла. Чтобы в ту вторую трубу. Как-то так, Максвелл, да? Подтекст можно здесь бесконечно искать. Мы прячем и разбиваем бутылки. Он сам туда побежал. Отлично.